Что же, ребят, всем привет! С вами снова я, Артём. Продолжаем проходить Dead Space 2. И у нас глава номер 13. Нам еще, на самом деле, совсем-совсем чуть-чуть осталось тут пройти. Именно по игре самой, как бы, имею в виду. То есть у нас, по сути, считайте, три главы осталось, если вот считать с 13 вместе. То есть, соответственно, такие вот дела. Также, да, дальше мы будем проходить Dead Space на хардкоре 2. Это мы будем делать, если что, все на стримах, которые у нас, в общем-то, будут, наверное, я думаю, по субботам когда-то там выходить. По крайней мере, мне лично будет это очень так удобно, лично, если они будут по субботам выходить, либо, не знаю, по воскресеньям, что тоже, как бы, вероятно. Так что, в общем, такие дела. Так, мы, в общем, с вами в правительственном секторе. Мы тут, в общем-то, ищем с вами обелиск, если чё. Хотим мы его найти быстрее, естественно, чем некроморфы его найдут. Также, да, я вам буду очень сильно признателен, если вы поставите под этим видео лайк, подпишитесь на канал. Напишите комментарий. И все такое прочее, короче. Так. Нормально, кстати, отстрелялись-то. Я думал, будет хуже, если честно. Для начала так. Так, собираем кредиты. У нас уже, да, у нас уже дофига патронов, как вы видите. То есть мы прям вообще можем просто стрелять, стрелять, стрелять и еще раз стрелять. Особо за них, как бы, как вы понимаете, не переживать. То есть в плане того, что не закончится все такое. Потому что они у нас не закончатся уже никогда. Так, сюда. И вот сюда. Хорошо. Откроем вот эти дверки. И, собственно говоря, да, по узлам у нас, как видите, тоже довольно все неплохо. То есть их у нас 8. Это значит, что, в принципе, мы живем очень даже нормально. Плюс ко всему, да, мы, естественно, уже полностью прокачаны. Естественно, так, погоди, сейчас я камеру чуть-чуть поверну. Наверное, вот так вот, наверное, будет хорошо. Понятно. Плюс еще нам здесь дают, ух ты, вообще. Не, уже узлов у нас на самом деле реально много. То есть мы можем открывать, по сути, вообще все тайники, все оттуда лутать. Как бы выяснять, естественно, что лучше по этим деньгам. И, естественно, опять же, закупаться патронами. Это только патронами, потому что, опять же говорю, мы уже полностью вообще прокачаны здесь. Мы уже, по сути, здесь как у себя дома. Да, играем, если что, на максимальной, ну, как бы на предмаксимальной сложности. То есть это не хардкор сложность. Но, собственно говоря, вот эта, которая по-моему, она нереальной называется. Да, невозможно это вот хардкор. А нереальная она вот именно вот эта вот, короче. Вот как-то вот так вот, по-моему. Ой, что это такое там вообще? Также, да, я думаю, что следующая часть по Dead Space, она у нас будет уже финальной, потому что там, по сути, две главы, да, я понимаю, но они довольно две короткие, как бы. И поэтому я, как бы, не вижу смысла особо с ними прям уж так сильно. Ой.
Так, аптечки юзаем. Стесняемся. Неплохо мы тогда. Дали жару им тут. Так, тут, тут у нас все плохо. Можем уже, в принципе, вообще ничего не щадить. Так-то из боеприпасов. Это мы, да, всю игру как бы играли как бы более-менее осторожно, а здесь уже в финале... Isaac, where are you going? I don't know. That's why I'm here, Isaac. To show you the way. Ну, спасибо. Большое тебе спасибо, Николь. Также, да, мы еще, естественно, потом будем проходить этот Severed, который DLC для второго Dead Space. Так, тут, по-моему, надо ученого, да? Вот так вот. Не понял. А, о, все открылось. Я не понял, почему реально не открылся, но... Так, аудио. Once we finally solve this heuristic stabilization problem, we should be able to start growing the layers of the marker from the mineral baths. Тихо. Кто там? Это нормально то, что ты обычный? А? Уже даже патроны в меня не лезут. Вы гляньте, да? Уже даже патроны в меня не лезут. Понятно. Короче, в следующий раз будем поаккуратнее в этом моменте. Что-то я как-то да зря так это в камикадзу стрельнул сейчас. Ведь. Так, ну это все в нас не влезет, да, конечно же. Так, все. А, нет, еще не все. Вот теперь все, да? И еще даже не все. Так. Патрончики. Дарья не нужна. Да, даже по сути мы уже монстров можно не лутать так-то. То есть у нас вообще всего хватает абсолютно. Еще у нас этот тайничок. Деньги, деньги. Рубиновый взять не можем. Так, даже вот это вот он взять не может. Ладно, давайте мы тогда, я думаю, вот так сделаем. Возьмем... Блин, я...
А, господи. Господи, Dead Space, почему ты такой сложный? Да, знаете, мы сейчас вот это вот заюзаем. Наверное, даже две. И возьмем вот тебя. Да, давай-ка две. И ставить на батарейку еще нам. Так, а что мы можем прокачать себе? Так, это, ну, посмотреть просто. Так, по иксу. У нас последний пункт здоровья. Да, давайте. Все-таки, потому что финал. Все-таки. Тут нам здоровье надо будет. Ага. И с резаком, вот если честно, как бы, многие, конечно, там, не знаю, там вам посоветуют другие пушки, но я вам честно скажу, что с резаком проходить, это самое вообще лайтовое, вот именно вот Dead Space, как мне лично кажется. Почему? Потому что вы, по сути, качаете только одну пушку, вам не нужно тратить деньги на какие-то там остальные узлы, то есть от слова «вообще». Сейчас, по-моему, побегут, да? Плюс к всему, он довольно быстрый, он довольно дамаговый, то есть я лично не вижу смысла его не юзать. Так, кто-то еще хрюкает. Тот же ведь тут хрюкает еще. А, вот ты. Ты окей, так фигня. Так, что это аудио? Dementia and codes and blueprints are all caused by the same signal from the marker. It's the people that are different. Smart people see codes and blueprints, but to everyone else it's just noise. Noise that drives you mad. Так, ага. Так, еще один узелок. Здесь у нас, который нам... Вот его вообще нам некуда девать, но я его все равно возьму. Ага, просто потому что... Просто потому что я могу. Так, здесь же он, по-моему, стазисом не замедляется, да? Так, погоди, здесь еще что-то есть. Ой, не успею, не успею, не успею, успею.
Так, может мы сейчас, знаете, как сделаем? Мы сейчас, наверное, вот так. Сейчас подлечимся вот этой маленькой. Возьмем среднюю обратно. Все-таки очень сильно тут помогает прохождение, естественно, на этой, на хардкоре. Я, если что, до этого его на хардкоре уже проходил. То есть я тут как бы знаю уже более-менее тактику такую, которая, ну, выгодная, соответственно. Поэтому это для меня как-то не особо сильная проблема. Так, еще тут одно. Некоторые вещи, конечно, забываю, потому что уже это было давно. Ну, разумеется. Поэтому как-то такие вот дела. Так, перезарядка не нужна. В меня же даже патроны не лезут. Так. Что у нас здесь дальше? Ой, что-то там вообще такое очень страшное, по-моему. А что тут? Нет никого? Так, все? Нет, не все. Не важно, что я сказал, он понял. Главное в такие вот моменты именно на них не рашить, потому что они потом это кислотой своей плюются. И могут. Они, по-моему, дамажат. Вот именно вот этой кислотой они дамажат. То есть у них, по сути, три удара. Это вот этот предсмертный. Потом, когда он шариком пуляет, который можно отпарировать, в принципе. То есть просто берете этим кинезисом себе этот шарик. И, собственно говоря, в него обратно кидаете. Вот, и вот этот вот, то есть... И еще, да, когда он вблизи подходит, и, короче, на вас прям так плюется. Так. Так, еще желающие? Неужели нет? Вот этот вот. Этот вот удар, который парируется. Сдохни ты уже. Это вообще там и голову отстрелили, и все вообще отстрелили, он все еще не умирать не хочет, видите ли. Так, все, скажите мне, что это все, пожалуйста. Так, все взяли, все полутали. И опять у меня места нет, вот прям вообще класс.
Вот прям вообще класс. Так, это вот мы давайте-ка бросим. Возьмем тебя. Так, у нас здесь это есть? Стазис. Стазиса здесь нет. А, вон есть. Бро. Так, тут же сейчас этот должен... Да. Здоровяк. Так, рубиновый. Рубиновый нам бы взять. Так, еще кто-то лезет? Да нет, вроде. Рубиновый нам взять очень хорошо будет. Тогда давайте-ка берем рубиновый. Сейчас нас, по-моему, недалеко будет тут уже магаз. То есть мы все это дело сейчас попродаем. У нас будет очень много денег. Поэтому как бы за счет денег я тут вообще не переживаю, потому что их у нас сейчас сколько там в рюкзачке? 33 тысячи. 33 тысячи кредитов. То есть это нам хватит на много что, в принципе, это нам хватит. На очень много что. Плюс еще патронов вообще прям. Обстреляйся прям здесь, хоть. Вот здесь, по-моему, да, сейчас магаз будет. Да. Да-да-да, вот магаз. We don't know how to make this thing. It is making us make it. And it's trying to get out. Desperately. I'm under security watch after taking a sledgehammer to the tiny marker I built last week. We need to destroy everything we've built here. And destroy every record, every shred of research. They were right the first time on Aegis 7. This is beyond our ability to know or control. I have to go. My supervisor is whispering to the security guard. Так, здесь у нас еще один, но текстовое сообщение. В общем, почитайте, да, на паузе, кому интересно. Такое вот оно. Так, ну и мы продаем. Что у нас здесь? У нас много больших. Так, да, я думаю, вот это вот все мы сейчас перепродаем. Так. Ага. Так, давайте-ка три стазиса оставим на финальную битву. Купим одну такую. И мы сейчас, наверное, тоже в рюкзак положим. Да. И, в принципе-то, и все. То есть нам... Так, нет. То есть нам так-то больше тут-то и нечего всего-то брать такого. To the marker. Convergence is at hand. I didn't know you were trouble from the start, but they told me you were necessary. That your mind was the purest. I spent years sifting through your demented brain. This is not the way it was supposed to happen. Well, how is it supposed to happen, Tyman? We had it under control! Clark, this is not our fault. We were so close to understanding it.
did you let in here? It's triggering a convergence event. But we never expected this many bodies! What the hell is it doing? What it was made to do. Isaac, you have to make us whole. Вот это вот он жахнул, конечно. Ничего не скажешь. Так, патрончики, которые нам не нужны, кстати. Так. Что еще тут есть? Патрончики, которые нам нужны, кстати. Так, тут топливо огнемета. Еще патроны. Machine, just like Straw said. I remember this. The machine activates the parts of our brain where the marker codes are stored. But how does that threaten the marker? What were they afraid of? Me. Us. Working together. Step four. Yes. Are you ready? This is gonna hurt, isn't it? Ой, не нравится мне это. Так, ладно, там давай не бесись, пожалуйста. Нужно просто очень как бы как это сказать там очень четко вот именно прямо в глазик попасть. Ой, это на это даже смотреть неприятно как-то, знаете, так вот очень неприятно. Так, и здесь у нас сейчас, по-моему, следующая глава, да, будет уже. Никол! Где ты? Follow the light, Isaac. I'll be waiting for you at the marker. Well, what do I do? Так, да, глава 14. Сейчас мы, наверное, найдем сейф где-нибудь ближайший. О, кто-то там урчит. Так, дайте сохраняшку, пожалуйста. Так, еще один узелок. Подберем, почему бы нет. Get authorized. Time is going against them.
Так, кто тут хрюкает? Ты что ли хрюкаешь? Это больно как-то. И аптечки нет, что самое обидное в этом во всем. Так, ладно, я думаю, мы тогда в этот раз прибежим с вами две главы, потому что, по сути, нам что-то совсем-совсем чуть осталось вот в этой главе, в 14-й. И следующую часть, наверное, будем с вами завершать уже. Сие игру. Так, аптечку давайте, да, одну скушаем. No comment, no comment. Так, ладно, сейчас мы тогда, значит, это все побыстрее пройдем, потому что здесь, ну, на самом деле у нас денег много. То есть, в принципе, мы тут даже ничего подбирать можем. Можем не подбирать, по сути. Так, вот в зону вакуума. Так, у нас сейчас тут это будет. Еще один рубиновый, да, по-моему. Так, рубиновый, да. Значит, тебя мы юзаем. Тут у нас сейчас будет хранилище, по-моему, да? Но это тайничок. Там у нас будет сейф, собственно говоря, магазинчик. И там мы уже с вами закончим эту часть. Так, вот здесь вот у нас магазинчик.
Так, силовой узел. Кстати, этот магазин, его багать можно, насколько я знаю. То есть можно, короче, загрузиться, сюда прийти и еще раз взять узлы. Но мы так, естественно, делать не будем, потому что, как бы, ну, зачем оно, по сути, нам? Правда? Так, сейчас мы, значит, все продаем. Все покупаем. Так, да, да, да. Раз, два, три, четыре, пять. Два, три, четыре, пять. И все остальное просто закупаем патронами. Как обычно. Сейчас посмотрим, у нас тут сколько хватит. Я думаю, что немного. Все. Завались у нас патронов, короче. Здесь у нас сейф, как вы понимаете. И я думаю, мы на этом с вами, ребят, попрощаемся. Так что, ребят, такие дела. Всем спасибо за то, что были. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, ставьте большие пальцы вниз, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, добавляйтесь в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте видео избранное. Все это очень сильно помогает каналу развиваться. Так, да, я уверен. Не болейте, что самое важное, что самое главное. И всем на этом до свидания. Всем на этом пока.